Любовь к четвероногим – главная мотивация мастера Татьяны Рудик, владелица салона красоты для животных, при работе с необычными клиентами. Свое дело она считает самым, что ни на есть полезным и в то же время интересным. В этом легко убедиться, понаблюдав за процессом преображения собак. Результат говорит сам за себя. Понимание психологии собак, индивидуальный подход каждой из них – главный принцип работы парикмахера. Через ласковые руки Татьяны Рудик прошло немало представителей четвероногой братьи, которые из обыкновенных песиков становились элитными представителями своей породы. Татьяна просто чувствует собак, собаки платят ей взаимностью. А потому открытие студии красоты для друзей человека стало само собой разумеющимся. Все начиналось, наверное, с мечты. Вот. Когда я первый раз увидела первый салон в России, там 8-9 лет назад, я подумала, как здорово стричь собак, как это замечательно и интересно, целый день общаться с ними. Вот. Тогда у меня был свой первый спаниель, и, в общем-то, я начала стричь своего первого спаниеля. Мечта оставалась мечтой. Но потом в какой-то момент я стригла своего спаниеля, начала стричь как бы, других собак, потихонечку сначала у подруг, знакомых. Вот. И потихоньку как бы вот так получилось, что стрижка собак начала занимать фактически там все мое основное время. Груминг – именно так сегодня называют услуги специалистов-парикмахеров, обладающих навыками комплексного ухода за домашними животными. Это понятие пришло в Беларусь совсем недавно, но сегодня популярность данного вида деятельности растет в геометрической прогрессии. И это не случайно. Появляется все больше желающих создать неповторимый образ своего любимого питомца, обеспечить ему профессиональный уход. Как вы считаете, насколько известно само понятие среди брещан груминг? Слово непонятно, хотя оно существует уже более 100 лет. Вот, проще всего это зоопарикмахер для нас, это слово. Только профессионалы, тот, кто занимается профессионально выставками, собаками, вот, знает, что такое слово груминг. Вот. Ну, я думаю, что как бы, с моей деятельностью, чем больше я работаю, тем больше людей как бы, знают, что означает это слово. По словам Татьяны Рудик, все собаки по-своему интересны и индивидуальны. Главное – рассмотреть в них свою особенность. Это хорошо удается талантливому мастеру. Но несмотря на высокий уровень профессионализма, парикмахер не останавливается на освоении искусства ухода за собаками. Она постоянно совершенствуется, посещает обучающие курсы. 3 года я занимаюсь конкретно уже там, с утра до вечера, занимаюсь стрижками собак. То есть я могу сказать, что в профессии, скажем, на уровне профессионала я работаю уже 3 года. Я самоучка, вот, кто-то начинает с курсов, то есть я начинала учиться сама, то есть собирала всю информацию, какую только можно. Вот. Потом был момент, я поехала на курсы 2 года назад в Минске, я их закончила. Но на тот момент я, в общем-то, как бы обладала уже там всеми навыками, необходимыми для стрижки собак. Я очень много езжу в плане учебы. Мне интересно ездить на мастер-классы. Я езжу в Москву, как бы в Польшу. Как бы получаешь очень много информации, когда общаешься с единомышленниками. Стрижка собак – дело непростое. Оно занимает длительное время и требует терпения и выдержки самих четвероногих. Только найдя правильный подход к животному, можно обеспечить ему безболезненную процедуру ухода. Умелые руки, опыт и, конечно, любовь мастера Татьяны Рудик к собакам – причина популярности услуг хозяйки салона. Профессионализм специалиста, доказательством чего являются многочисленные награды на конкурсах и выставках, заслуживает большого уважения. Сегодня Татьяна Рудик совмещает приятное с полезным, помогает содержать четвероногих в чистоте и обеспечивает их неповторимый вид. София Бережная, Кирилл Липовик, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.